Здравствуйте, уважаемые студенты. Вашему вниманию предоставляется лекция на тему размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе. Эта тема из дисциплины посвящена дисциплине основы грузовой и коммерческой работы, которая читается для специальности организации перевозок, управления движением и эксплуатация транспорта. Лекцию вашему вниманию представляет профессор, доктор технических наук Кован Ишбаев Жакен Мангальбаевич. В начальной части лекции мы коснемся вопросов актуальности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе. Известно, что за последние годы были осуществлены перевозки грузов диаметром более 8 метров, длиной свыше 90 метров, массой до 700 тонн. Многочисленных трансформаторов массой 300 и более, шаровых химкостей диаметром 12 метров, массой 600 тонн. Рекордной была перевозка колонн диаметром 5,5 метров и массой 650 тонн. При перевозке постамента для памятника в городе Москве был использован 128-колесный трейлер, и масса перевозимого груза составляла 550 тонн. Из зарубежной практики известны случаи, как для перевозки были использованы транспортные средства и перевозились грузы массой до 2000 тонн. Известно также, что голландская транспортно-монтажная фирма осуществила перевозку в Англию полностью собранную технологическую установку по производству перекиси водорода, сократив продолжительность строительства более чем на один год. В СССР осуществлена перевозка 168 единиц оборудования общей массой 21 660 тонн высокой степени заводской готовности для перевозки аммиака. На железнодорожном транспорте наиболее жестким лимитом при перевозке негабаритных грузов является габарит моста. Сегодня масса 500 тонн считается предельной на сети железных дорог, и это обстоятельство необходимо учитывать при перевозке тяжеловесных грузов и при выполнении грузовой и коммерческой работы. Теперь мы рассмотрим такую тему, как размещение и крепление автомобилей на открытом подвижном составе. Известно, что к перевозке предъявляются грузовые и легковые автомобили, которые размещаются, как правило, на платформах. Платформы, которые используются для перевозки грузов на колесном ходу, это платформы с грузоподъемностью 63 до 72 тонн. Также мы представляем характеристику перевозимого груза. Указывается его грузоподъемность, габаритные размеры, нагрузки по осям. Указывается передний и задний вес. Указывается общая нагрузка, которая передается на верхнее строение элементов железнодорожного пути. Например, рассмотрим схему размещения и крепления грузового автомобиля марки ГАЗ общей массой около 3 тонн. При этом определяем нагрузки по осям. Нагрузка на переднюю ось составляет 2400 кг, нагрузка на заднюю ось составляет 1145 кг. Полная масса автомобиля составляет 2870 килограмм. Подвижной состав подбирается таким образом, чтобы перевозимые грузы распределялись равномерно как по длине, так и по ширине платформы. Значительное внимание уделяется тому, чтобы борта были исправны, борта торцевые и боковые борта, а также чтобы был в исправном состоянии деревянный пол. Как правило, грузы на колесном ходу перевозятся на платформах с деревянным полом. Эти платформы оборудуются крепежными скобами, по 8 крепежных скоб с каждой стороны и по 2 скобы с торцовой стороны. Тем самым производится крепление груза. В данном случае для перевозки двух грузовых мест выбираем четырехосную универсальную платформу. Платформа имеет мощную стальную раму
деревянный настил пола и металлические боковые торцовые откидные борта. Приводим основные технические характеристики платформы. Ее грузоподъемность, количество осей, тару, то есть собственный вес платформы, общую длину по осям автосцепок, жесткую базу подвижного состава, ширину погрузочной площадки и внутренние размеры. Длина по торцовым бортам, ширина по торцовым бортам, высота бортов и высота от головки рельсов до уровня пола. Площадь пола четырехосной платформы составляет 36 квадратных метров. Нагрузка на от осей на рельс пределы 22 тонн. Высота центра тяжести порожней платформы составляет 0,8 метров. И габарит, который допущен к обращению по сети железных дорог, это 0,1 Т. Дальше приводим требования, которые предъявляются к погрузке грузов на открытый подвижной состав. Ну, первое требование – это полное использование грузоподъемности и вместимости подвижного состава. Следующее, второе условие – соблюдение технических условий погрузки и крепления грузов. Третье – равномерное и плотное размещение груза, исключающее его сдвиг. Четвертое – обеспечение удобного и безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ. В соответствии с этими требованиями погрузки и крепления грузов, грузы перед погрузкой на открытый подвижной состав должны быть подготовлены. А именно, необходимо закрепить все подвижные части грузов, слить горючее из баков и воду из системы охлаждения, прокрыть смазкой металлические поверхности для предохранения от коррозии, обозначить на грузах положение центра тяжести яркой несмываемой краской и места страповки грузов. Груз загружается на открытый подвижной состав средствами комплексной механизации и автоматизации. Также необходимо произвести тщательную подготовку подвижного состава. При этом очищают пол вагона от остатков груза, снега и льда. В зимнее время пол вагона в местах размещения опор груза или подкладок посыпают сухим слоем песка толщиной в 1-2 см, чтобы избежать опасной перегрузки ходовой части, вес груза распределяют равномерно по длине и ширине вагона. При этом разница в загрузке не должна превышать для тележек четырехосного вагона 10 тонн, шестиосных вагонов 15 и восьмиосных 20 тонн. Одновременно загрузка тележек не должна превышать половину грузоподъемности, установленной для данного типа подвижного состава с учетом допускаемого перегруза. А время движения должна обеспечиваться устойчивость вагона. Для этого необходимо превышение координаты центра тяжести вагона с грузами на расстоянии 2,3 метра от уровня головок рельсов и площадь на ветренной поверхности четырехосного груженного вагона 50 квадратных метров. Следующее. Размещение грузов на платформе. Грузовые машины устанавливаем на платформе симметрично. Центры тяжести располагаются на расстоянии 1500 мм от уровня головок рельсов и на расстоянии 4900 мм от вертикальной оси платформы. Нагрузки на тележки платформы при такой загрузке равномерные. Грузовые машины размещаются на платформе на равных расстояниях от продольных бортов. При таком расположении центр тяжести каждого из них будет располагаться над продольной осью вагона и поперечное смещение общего центра тяжести грузов от вертикальной оси, плоскости, в пределах которой находится ось платформы, не будет. Нагрузка на переднюю ось каждого из автомобилей составляет 1400 и нагрузка на заднюю ось 1200 кг. Следующий вопрос. Расчет крепления грузов на платформе. При разработке способа размещения и крепления груза учитываются следующие нагрузки. Продольные и поперечные горизонтальные инерционные силы, вертикальные силы, сила давления ветра, сила трения и вес груза. Перечисленные силы учитываются в расчетах в двух сочетаниях, при которых их воздействие на груз максимальное. Продольная инерционная сила и сила трения, поперечная и вертикальная инерционные силы, сила трения и ветровая нагрузка.
Первое сочетание соответствует ударному взаимодействию вагонов при маневрах, распуске, сборах, осаживании и торможении поезда на малых скоростях движения. А второе – движение грузового поезда с наибольшей допускаемой на сети железных дорог скоростью. При размещении крепления грузов на открытом подвижном составе следует учитывать силы инерции, возникающие при скорости движения 80, 90 и 100 км в час. Для определения величин сил, действующих на грузы различного веса и размеров, установлены удельные значения этих сил, инерционных на одну тонну веса груза, а силы ветра на 1 метр квадратный поверхности, подвержены воздействию ветра. В расчет принимаются только ветер в поперечном направлении, поскольку ветровая нагрузка в продольном направлении воспринимается головным локомотивом. Точкой приложения продольных, поперечных и вертикальных сил является центр тяжести груза. Точкой приложения равнодействующей ветровой нагрузки – центр тяжести площадки, подверженной воздействию ветра. Для того, чтобы груз имел достаточно надежное крепление на платформе, необходимо определение сил, действующих на них. В связи с тем, что автомобили размещены на платформе симметрично, приводим полный расчет каждого грузового места. Ну, для примера достаточно привести расчет одного грузового места, а расчет второго грузового места он будет аналогичным с учетом схемы его размещения. В расчетах, значит, когда делаются расчеты, делаются обозначения по числу грузовых мест. Цифра 1, как правило, соответствует первому грузовому месту, цифра 2 соответствует второму грузовому месту. И следующее, если, допустим, 3 грузовых места, третья цифра будет цифра 3 и так далее и тому подобное. Пункт 1.7. Определение продольной силы инерции. Величина продольной силы инерции зависит не только от степени загрузки вагона, но и от типа крепления. Поэтому, прежде чем начать определение этой силы, необходимо решить, какой тип крепления будет применяться для предотвращения продольных перемещений. Для крепления от продольных сдвигов автомобилей используются проволочные упругие растяжки. Продольная сила инерции, действующая на груз, определяется по формуле. F продольный равняется A продольный, умноженный на Q груза, где Q груза – это вес груза или вес грузового места, A продольный – удельная продольная сила инерции, определяется килограмм на тонну. Так как транспортируемый груз на колесном ходу, то по расчетам принимаем, что нагрузка на переднюю ось и нагрузки на заднюю ось, на оси у нас уже обозначены. И тогда определяем силы инерции по осям. Сила инерция, определяем удельную продольную силу инерции для передней оси. И то же самое определяем для задней оси. Это будет определяться, значит, для передней оси продольная сила инерции, F продольный с индексом 1 будет равняться удельной продольной силе инерции, умноженной на Q груза на переднюю ось. То же самое аналогичная формула будет для задней оси. Она будет определяться F продольный с индексом задней ось первого грузового места будет определяться как A продольный для первого грузового места, умноженный на Q груза на заднюю ось, где А22 – это удельная продольная сила инерции для полностью для порожней платформы. В расчетах она принимается равной 1200 кг на тонну. И А85 – это удельная продольная сила инерции для полностью груженной платформы. В расчетах она принимается равной 1000 кг на тонну. Подставляя значение удельных сил инерции в указанные выше формулы, определяем продольные силы инерции, действующие на автомобиль на переднюю и на заднюю ось. Они будут определяться по приведенным выше формулам и будут определяться в килограммах.
Следующее. Определяем поперечную силу инерции. Величина поперечной силы инерции с учетом действия центробежной силы определяется по формуле. F поперечный равняется А поперечный умноженный на Q груза, где А поперечный – это удельная поперечная сила инерции, единица измерения килограмм на тонну, и Q груза – это вес груза или нагрузка, приходящаяся на оси автомобиля в тоннах. Определение удельной поперечной силы инерции. Удельная поперечная сила инерции определяется по формуле. А поперечный равняется АС плюс дробь 2L груза, умноженный и в скобочках АШ минус АС, деленный на ЛБ, где АС – это удельная поперечная сила инерции для случая, когда центр тяжести груза совпадает с вертикальной осью платформы. В расчетах она принимается равной 330 кг на тонну. Следующий АШ – это удельная поперечная сила инерции для случая, когда центр тяжести груза находится над осью шкворневой балки. Следующий L груза – это расстояние от центра тяжести груза до вертикальной оси платформы. Следующий L база – это жесткая база подвижного состава для четырехосной платформы или полувагона. В расчетах принимается величина жесткой базы 9720 мм. После того, как мы определили удельную поперечную силу инерции, определяем величину, абсолютную величину силы инерции по осям для передней оси и для задней оси. И она будет определяться по формуле. Значит, F поперечная для передней оси, удельная поперечная сила инерции, умноженная на эту нагрузку на переднюю ось. И то же самое для задней оси. Она будет определяться как удельная поперечная сила инерции, умноженная на нагрузку, которая приходится на заднюю ось автомобиля. Следует отметить, что удельные силы инерции определяются килограмм на тонну. Это то есть сила инерции, которая передается на одну тонну перевозимой массы груза. А силы нагрузки, которые приходятся на по осям при размещении и креплении груза, определяются уже в килограммах. Следующий пункт. Определяем вертикальную силу инерции. Вертикальная сила инерции, действующая на груз, определяется по следующей формуле. F вертикальный равняется A вертикальный, умноженный на Q груза или нагрузку по осям автомобиля. Где A вертикальный – это удельная вертикальная сила инерции. И Q – это вес груза или нагрузка, приходящаяся на оси автомобиля. Она определяется в тоннах. Определяем удельную вертикальную силу инерции. В общем случае, формула для определения удельной вертикальной силы инерции имеет следующий вид в зависимости от скорости движения грузового поезда. При скорости движения 80 км А вертикальный равняется 295 плюс К1 на L груза плюс дробь 1700 деленный на Q груза общий. Следующее. Определяем удельную вертикальную силу инерции для скорости 90 км в час. Она равняется, а вертикальная равняется 330 плюс К2 на L груза плюс дробь 1950 деленный на Q груза общий. Следующее. Определяем удельную вертикальную силу инерции для скорости движения 100 км в час. Вертикальная сила инерции в этом случае будет равняться 365 плюс К3 умноженное на L груза плюс дробь 21 2150 деленный на Q груза общий. Теперь дадим пояснение к указанным выше формулам. Значит, К1, К2, К3 – это коэффициенты жесткости упругих проволочных растяжек. Их значения, соответственно, равны. К1 равен 8,
К2 равен 9 и К3 равен 10. Следующие коэффициенты 295, 330 и 360 – это коэффициенты динамичности. Следующие коэффициенты 1700, 1950 и 2140 – это эмпирические коэффициенты, которые определяются эмпирическим путем при соударении отдельно или группы стоящих вагонов. Далее, L груза – расстояние от центра тяжести груза до вертикальной оси платформы. И следующее – это Q-груза общий. Это общая загрузка платформы или полувагона, на котором размещаются грузовые места. В этом случае, когда делается расчет вертикальной силы инерции, есть такое допущение. Если вес груза, который находится на платформе или полувагоне, меньше 10 тонн, то в расчетах мы принимаем величину Q-груза общий, равный 10 тоннам. При размещении и креплении груза расчет производится для скорости движения 100 км в час, так как в этом случае имеет место максимальная удельная сила инерции. Следующий пункт 1.15. Определение вертикальной силы инерции. Вертикальная сила инерции определяется как удельная вертикальная сила инерции, умноженная на нагрузки по осям. Берется, значит, нагрузка на переднюю и на заднюю ось. Следующий пункт 1.16. Определение ветровой нагрузки. Ветровая нагрузка, испытываемая грузом при движении, зависит от скорости, от скоростного напора воздуха, размеров поверхности груза и ее состояния. В расчетах крепления груза воздействие ветра учитывается только в направлении поперечном направлении. При этом ветровая нагрузка принимается нормальной поверхности груза и определяется из расчета удельного скоростного напора равным 50 кг на метр квадратный по следующей формуле. Удельный скоростной, это ветровая нагрузка, мы ее обозначаем через W, определяется как удельный скоростной напор, умноженный на площадь боковой поверхности груза, которая подвержена воздействию ветровой нагрузки. Ну, надо сказать, что когда определяется площадь боковой поверхности груза, подверженной воздействию ветровой нагрузки, здесь учитываются габаритные размеры самого перевозимого груза, то есть длина автомобиля и его высота. Эти все характеристики, эти все размеры заданы в технической характеристике автомобиля или же любого другого груза, который вы размещаете на открытом подвижном составе. Следующий пункт 1.17. Определение силы трения в продольном и поперечном направлении. Поступательному перемещению груза по поверхности вагона или других грузов препятствует сила трения скольжения, величина которой зависит от многих факторов – состояния поверхности, размеров и температуры соприкасающих поверхностей, давления, скорости перемещения. Необходимо учитывать, что сопротивление трения скольжения, возникающее при размещении груза по полу платформы, в значительной степени зависит от материала соприкасающихся поверхностей груза и пола вагона, а также от их состояния, загрязненности, покрытия смазкой или же наличия штыба. Загрязнение соприкасающихся поверхностей смазочными маслами, жирами, мазутами, а также их увлажнение и обледенение резко снижает силу трения. Посыпка поверхностей песком, опилками, шлаком, наоборот, увеличивает силу трения. Поэтому следует тщательно очищать поверхности груза и пол вагона от грязи, смазки и посыпать их песком или же металлическими опилками, дробленным шлаком, а также применять различные средства, например, металлические пластины с шипами, увеличивающими трение между грузом и полом вагона. При выборе коэффициента трения учитывают конкретные условия перевозки, наличие вибрации, возможность увлажнения и обледенения поверхности груза и пола вагона. Также при определении сил трения, препятствующих перемещению автомобиля, необходимо знать, в каком состоянии находятся его тормоза.
Если колеса не заторможены, то возникает трение качения. Если заторможены, возникает трение скольжения. Пункт 1.18. Определение силы трения в продольном направлении. Сила трения в продольном направлении определяется по следующей формуле. F трения мю умноженный на нагрузку на переднюю ось, где мю – это коэффициент трения скольжения опорной поверхности груза о пол платформы. Следует отметить, что в большинстве случаев у автомобилей или автобусов, перевозимых железнодорожным транспортом, задние колеса заторможены либо ручным тормозом, либо же передачей, а передние колеса не заторможены. В таком случае, при такой схеме размещения, в продольном направлении между передними колесами и полом платформы возникает трение качения. При этом коэффициент трения качения резиновой шины под дерево будет равен 0,1, а между задними колесами и полом платформы трение скольжения резиновой шины по дереву. Учитывая вышеуказанное, определяем силу трения в продольном направлении для каждой из четырех рассматриваемых осей. F трения равняется, я еще раз повторяюсь, мю коэффициент трения. Для передней оси это будет трение качения, умноженное на нагрузку на переднюю ось. И сила трения для задних колес, она будет определяться как мю коэффициент трения скольжения, умноженный на нагрузку на заднюю ось. Определение силы трения в поперечном направлении. Сила трения в поперечном направлении определяется по следующей формуле. 1000 минус А вертикальный умножить на нагрузку на переднюю, на заднюю ось и плюс ветровая нагрузка, где А вертикальная – это удельная вертикальная сила инерции при скорости движения 100 км в час. Тогда, значит, с учетом того, что мы указали эту формулу, знаем нагрузки по осям, знаем коэффициенты трения, качения, трения, скольжения, также знаем величину вертикальной силы инерции и определяем силу трения в поперечном направлении для передней и задней оси. Следующий пункт. Определяем разницу усилий в продольном направлении. Разница усилий в продольном направлении определяется по формуле. Дельта F продольный равняется как продольная сила инерции минус сила трения в продольном направлении, где F продольный – это продольная сила инерции в килограммах, F трения – сила трения в продольном направлении. Определяем разницу усилий для передней и задней оси в продольном направлении. Следующее – определяем разницу усилий в поперечном направлении. Разница усилий поперечного направления определяется 1,25 F продольная сила инерции минус в скобках, где, значит, учитывается поперечная сила трения и ветровая нагрузка. Видите, даем пояснение к этой формуле. 1,25 – это коэффициент запаса прочности упругих проволочных растяжек. F поперечная – поперечная сила инерции. W – ветровая нагрузка, действующая нагрузка поперечного направления. F трения по осям, F трения на переднюю ось и F трения на заднюю ось – это сила в поперечном направлении. Зная указанные введенные выражения значения, определяем разницу усилий в поперечном направлении для передней и задней оси. Следующий пункт – определение усилий в растяжках. Растяжками воспринимаются усилия в продольном и поперечном направлениях. Крепление автобусов проволочными или автомобилей проволочными растяжками осуществляем симметрично относительно продольной оси платформы. Следовательно, производим расчет усилий для каждого грузового места, соответственно, по осям. Когда делаем расчет упругих проволочных растяжек, то выбираем отожженную проволоку, как правило, диаметром 6 мм, а исходя из расчета, приведенного расчета, определяется количество нитей. В общем случае усилия растяжках, принимаемых в продольном направлении, определяется по следующей формуле.
R, это обозначается, где R это усилие в растяжке, продольным направлением по осям для грузовых легковых автомобилей. Оно обозначается LR – продольная передняя ось и R – продольная на заднюю ось. В общем случае формула имеет такой вид – дробь. Числители – разница усилий продольного направления для передней или для задней оси. Дальше в знаменателе. За скобкой N – продольный – это количество растяжек, которое воспринимает нагрузку в продольном направлении. Дальше в скобках. Мю коэффициент трения для задней оси, коэффициент трения скольжения, мю качения для передней оси, соответственно 0,1 и 0,3. Формула имеет такой вид, значит, знаменатель количества растяжек, коэффициент трения скольжения или трения качения, и в скобочках косинус альфа умноженный на косинус бета продольный или косинус бета поперечный. Дадим объяснение к этим формулам. N растяжек в продольном направлении для передней и задней оси. Это количество растяжек, которые воспринимают одновременно нагрузку в продольном направлении. Альфа – угол наклона растяжки к полу платформы. Каждая пара растяжек крепится под определенным углом полу платформы. Значение углов определяем по схеме размещения и крепления грузов. Берем прямо из схемы размещения грузов на открытом подвижном составе. Дальше. Бета-продольный и бета-поперечный. Бета-продольный – угол между проекцией растяжки на пол платформы и продольной осью платформы. Используя схему размещения и крепления автомобилей на платформе, определяем усилия в растяжке для передней и задней оси, как для первого, так и для второго грузового места. Из расчетов мы получаем усилие, воспринимаемое растяжками в продольном направлении для передней оси автомобиля. И также определяем усилия в растяжке, которые воспринимаются для задней оси автомобиля. Следующее определяем усилия в растяжках, воспринимаемых в поперечном направлении. В общем случае формула имеет следующий вид. R – это усилие в растяжке в поперечном направлении, соответственно, для передней и задней оси. И она в общем случае имеет такой вид, эта формула. Дробь. Числители дельта F передней, дельта F поперечной с индексами передняя либо задняя ось. И в знаменателе. N – количество растяжек в продольном направлении, в скобочках. Мю – коэффициент трения. Ну, в поперечном направлении у нас будет трение скольжения. Поэтому будет коэффициент мю скольжения, это в расчетах 0,3, умноженный на синус альфа. И плюс косинус альфа на косинус бета поперечный. И дадим пояснение к этой формуле. Где дельта F поперечный – это усилие, воспринимаемое растяжками в поперечном направлении. N растяжек в поперечном направлении. Количество растяжек, одновременно воспринимающих нагрузку в поперечном направлении. Альфа – угол между проекцией. Альфа – угол наклона растяжки к полу платформы. И бета – поперечный. Это будет угол между проекцией растяжки на пол платформы и поперечной осью платформы. Тогда, зная в этом выражении все исходные значения, определяем усилия в растяжках, воспринимаемых в поперечном направлении для первого автомобиля и для второго автомобиля, соответственно, для передней и задней оси. Если значения усилия в растяжках окажутся значительными, но, как правило, значит, усилия в растяжках не должны превышать, исходя из полученных расчетов, 3,5 тонны. Если усилие в растяжке получается 3,5 тонны, то это, значит, получаем, выбираем 6 нитей диаметром
6 миллиметров. Но если превышает усилие указанную величину, то мы искусственным путем уменьшаем нагрузку, которая воспринимается упругими растяжками. Поэтому в схеме размещения для этой цели дополнительно ставятся бруски, которые будут воспринимать какую-то часть нагрузки. Обычно задают в пределах от 30 до 50% разницы усилий в продольном либо в поперечном направлении. Таким образом, достигается уменьшение нагрузки, которая воспринимается на упругие растяжки. Часть нагрузки передается на бруски, тем самым обеспечивается крепление, безопасное крепление автомобилей. Как правило, крепление брусков производится, если пол деревянный, крепится гвоздями, и для этого существует формула, где учитывается разница усилий, которая воспринимается продольным либо поперечным направлением. Учитывается количество брусков, которые воспринимают нагрузку, и определяется количество гвоздей. Обычно для крепления грузов деревянными брусками принимаются гвозди диаметром порядка 5 либо 6 мм и длиной порядка 100 мм, то есть обеспечить безопасное крепление груза. Выбор способа крепления груза. Крепление груза устанавливается в зависимости от его конфигурации. Чтобы проверить, может ли груз при перевозке опрокинуться, определяется коэффициент запаса устойчивости груза от опрокидывания. Машины не будут перекатываться и перемещаться, так как их задние колеса заторможены пониженной передачей. Они могут сдвигаться поперек платформы. Поэтому, значит, при высоких скоростях движения, порядка 90-100 км в час, крепятся дополнительными брусками. Значит, иногда для того, чтобы исключить динамические нагрузки, осуществляется заклинивание под рессор автомобиля, если таковые имеются. Но это, как правило, расклеивание осуществляется деревянными брусками, чтобы исключить колебания обрессоренной части грузового автомобиля. Значит, в нашей схеме мы осуществили закрепление автомобилей от продольного и поперечного перемещения, определили усилия в растяжках и определили элементы крепления, параметры крепления деревянными брусками. Значит, такая особенность. При размещении креплений грузовых автомобилей или грузов на колесном ходу стараются делать таким образом, чтобы усилия в растяжках для передней и задней оси были примерно одинаковы. Это способствует эффективности крепления. То есть берется проволока одного диаметра, допустим, 6 мм, и количество нитей, 4-5 мм, в зависимости от усилия. Тем самым обеспечивается эффективность крепления. Следующий вопрос, который мы хотели осветить в этой лекции, это размещение и крепление железобетонных изделий. Следует отметить, что железобетонные изделия – это прежде всего строительные конструкции. У них есть отличительная черта. Как правило, они очень тяжеловесные, как правило. Их не отличительная особенность. Железобетонные изделия очень тяжеловесные, имеют значительные габаритные размеры. Кроме того, они являются сами по себе очень хрупкими. То есть при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также при осуществлении перевозки самого груза, надо следить, чтобы не было динамического воздействия и не возникали повреждения самого груза. К железобетонным изделиям прежде всего относятся, плиты перекрытия, блоки, столбы, панели. Масса железобетонных изделий, как правило, определяется по стандарту. Железобетонные изделия, как я уже раньше сказал, достаточно хрупки, поэтому при выполнении погрузочно-разгрузочных работ их необходимо оберегать от повреждения торцовых и боковых кромок, появления трещин и других повреждений, исключающих возможность использования железобетонных изделий в строительстве. Наибольшее распространение при перевозках получили железобетонные плиты и панели.
Вот на схеме показана, значит, схема размещения железобетонных изделий. Ну, на этой схеме показано. Первое, есть еще одна особенность. Железобетонные изделия, которые переводятся на открытом подвижном составе, обязательно переводятся с подкладками и прокладками. Подкладка – это деревянный груз, который, если, допустим, грузовые места при перевозке железобетонных изделий располагаются вертикально. Значит, счет грузовых мест идет от верхней панели или плиты перекрытия. Это будет первое грузовое место. Следующее, низ лежащее, это будет второе грузовое место. Следующее, третье грузовое место. И так до самой нижнего грузового места. Это зависит от того, сколько грузов расположено на открытом подвижном составе. Такое, значит, подкладка. Вот под самое нижнее грузовое место, которое расположено на платформе, значит, подкладка. Подкладывается подкладка. Это, как правило, деревянный брус. Значит, размером, значит, обычно берут шпалу, разрезают таким образом, чтобы ее размеры были, ну, не менее, поперечный один из размеров, не менее 100 мм. Это будет подкладка. Подкладка нужна для того, чтобы обеспечить безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Между самими грузовыми местами используются прокладки, тоже, как правило, из деревянного бруса, тоже, значит, необходимы при выполнении, для безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Ну, я еще раз повторяюсь, но подкладка и прокладки обязательно должны быть из дерева. Почему? Потому что дерево мягкое, и если не будет деревянных подкладок и прокладок, железобетонные изделия просто-напросто могут потрескаться. Панели безмонтажных выпусков, перевозка которых допускается в горизонтальном положении, грузят на четырехосную платформу равномерно вдоль нее. Плиты и панели длиной до 3,3 метра укладывают 4 штабеля. И показано на схеме. Здесь на схеме 1, цифра 1 – это подкладка, цифра 2 – это растяжка, и цифра 3 – это прокладка. Ну, как и в предыдущей схеме, значит, прокладка и подкладки, они применяются обязательно из дерева. Значит, применяются для перевозки плиты длиной до 4,4 метра, 3 штабеля, длиной от 4,5 до 6,5 метров 2 штабеля и длиной более 6,5 метров в 1 штабель. Это показано на рисунке. По высоте плиты и панели размещают несколько ярусов до максимально возможного использования грузоподъемности с учетом допускаемого перегруза или габарита погрузки. Каждый штабель весом до 18 тонн закрепляют двумя парами проволочных растяжек 8 нитей. При погрузке в 3 штабеля весом по 25 тонн каждый, крайний штабель закрепляют тремя парами растяжек 8 нитей. Средний четырьмя парами растяжек 8 нитей. Изделия длиной до 12 метров, погруженные в один штабель, весом до 75 тонн, закрепляют 8 парами растяжек 8 нитей. Это показано на рисунке 2-3. Штабель длиной более 12 метров крепит 6 парами растяжек из проволоки диаметром 8 мм 6 нитей. Это показано на рисунке 2-4. На рисунке 1 это подкладка, 2 это растяжка и 3 это прокладка. Методика размещения и крепления заключается в определении сил инерции, сил трения, скольжения, определении разности усилий, действующих в продольном, поперечном и вертикальном направлении. При размещении на четырехосной платформе железобетонных плит последовательность расчетов следующая. На платформе размещены 3 плиты весом каждая по 15 тонн. Длина плиты составляет 13 метров. Центр тяжести груженных плит совпадает с вертикальной осью платформы. Здесь нужно сделать краткое описание схемы размещения и крепления, которая применяется при креплении железобетонных изделий. Все плиты присваиваются порядке номера,
соответствующее число грузовых мест. В данном случае перевозки предъявлены только грузовых мест. Поэтому первое грузовое место будет самая верхняя плита, затем второе грузовое место и, наконец, третье грузовое место. Расчет начинаем с крепления первого грузового места. Первое. Определяем продольные силы инерции. Как и раньше было сказано, продольная сила инерции определяется как А продольная, умноженная на Q груза с индексом 1. Это означает, что Q груза с индексом 1 – это вес первого грузового места. А продольная – это удельная продольная сила инерции. В свою очередь, удельная продольная сила инерции определяется по следующей формуле. А продольный определяется А22 минус дробь. Числители А22 минус А85 умножить на Q груза с символом 1 и деленный на 63. Где даем расшифровку, где А22 – это удельная продольная сила инерции для порожней платформы. В расчетах принимаем А22 равным 1200 кг на тонну. Следующий – А85 – удельная продольная сила инерции для полностью груженной платформы. Принимаем в расчетах А85 равным 1000 кг на тонну. И Q груза с символом 1 – это масса первого грузового места. В расчетах принимаем Q грузового, массу первого грузового места – 15 тонн. 63 – это грузоподъемность платформы. С учетом того, что мы сказали с вами, определяем продольную силу инерции. Определяем сначала удельную продольную силу инерции, которая будет составлять 1152,38 кг на тонну. И на основании удельной продольной силы инерции определяем продольную силу инерции. Согласно нашей схеме расчетам, продольная сила инерции для первого грузового места составит 17285 кг. Следующее. Определяем поперечную силу инерции. Поперечная сила инерции определяется как А поперечный, умноженный на Q груза с символом 1, где дадим расшифровку к этой формуле, где А поперечный – это удельная поперечная сила инерции для первого грузового места. И Q груза с символом 1 – это масса первого грузового места. Удельная поперечная сила инерции определяется по формуле, по указанной выше формуле, и она будет равна. А поперечный равняется А с индексом S плюс дробь в числителе 2L груза, умноженный на разницу H минус AS и деленный на L базу, где AS – удельная поперечная сила инерции для случая, когда центр тяжести груза совпадает с вертикальной осью платформы. В расчетах принимаем АС равным 330 кг на тонну. Следующий. L груза – это расстояние от центра тяжести груза или грузового места до вертикальной оси платформы в метрах. Следующий. АШ – удельная поперечная сила инерции для случая, когда центр тяжести груза находится над осью шкорневой балки. Принимаем в расчетах АШ 650 кг на тонну. Следующий – L-база – это жесткая база платформы, по которой осуществляется вписывание подвижного состава в круговые кривые. В расчетах принимаем L-базу равным 9720 мм. Поскольку центр тяжести груза совпадает с вертикальной осью платформы, то А поперечный равен AS с индексом середины груза, и принимаем в расчетах А поперечный равный 330 кг на тонну. Когда мы уже знаем
удельную поперечную силу инерции, определяем саму силу инерции. Сила инерции поперечная будет равняться 330 умноженный на массу первого грузового места. И оно будет составлять 4950 килограмм. Следующий пункт. Определяем вертикальную силу инерции. Вертикальная сила инерции определяется по формуле А вертикальный умноженный на Q груза, где А вертикальный – это удельная вертикальная сила инерции для первого грузового места. И Q груза – это масса первого грузового места. Удельная вертикальная сила инерции определяется по следующей формуле. Берем для скорости 100 км в час. Она будет, а вертикальный будет равняться 365 плюс К3 на L груза и плюс дробь 2140, деленный на общую загрузку платформы. Пояснение. Где 365 – коэффициент, учитывающий динамические условия и жесткость упругих проволочных растяжек. В расчетах берем равным 365. К3 – коэффициент динамичности. В расчетах берем равным К3 – 10. И L груза – это расстояние от центра тяжести груза до вертикальной оси платформы метра. И, как я говорил уже ранее, Q груза общий – это общая загрузка платформы. В расчетах, поскольку у нас на платформе располагается 3 грузовых места, то берем в расчетах Q груза общий – 45 тонн. Тогда удельная вертикальная сила инерции определяется по формуле, и она будет равняться, удельная вертикальная сила инерции для первого грузового места, она будет равняться 412 килограмм на тонну. Зная удельную вертикальную силу инерции, определяем величину абсолютной вертикальной силы инерции, которая будет определяться как произведение удельной вертикальной силы инерции, умноженной на массу груза. В данном случае для первого грузового места удельная вертикальная сила инерции будет составлять 6188 кг. Следующее. Определяем силу трения в продольном направлении. Сила трения в продольном направлении определяется для первого грузового места. Она определяется как μ коэффициент трения скольжения, умноженный на массу первого грузового места. Следует отметить, что для размещения и крепления железобетонных изделий в расчет